Вид готовлено каналом Уроки ТВ номер 9. Расшифруй ребус, где одинаковыми буквами обозначены одинаковые цифры. Разными буквами разные цифры. Люба прибавить любит и равно арбузы. Люба должно быть число больше 9000. Любит должно быть число больше 90000, так как при сложении меньших чисел у нас никак не получится шестизначное число. Заменим букву L, L на 9. Тогда получаем вот такой вариант. Обращаем внимание на первые две цифры значения. Они не могут быть больше 10. Так как даже если сложить самые большие числа, то получится AR, равное 10. Запишем. U может быть равно любому числу от 2 до 8. Попробуем все варианты, а потом уберем те, что нам не подходят. Вариант. Когда значение буквы U у нас равно 2. U не может быть равно 2, так как тогда у нас получается B равно 1, а 1 у нас уже равно значение A. U было бы равно 2, только если бы при сложении U плюс B у нас получилось бы U. Но U плюс B не может быть больше 10. Согласитесь. А вот так уже быть может. 9 плюс 2 получается у нас 11. Так? 1 пишем, 1 переходит в следующий разряд. Но у нас еще значит здесь на 1 больше, что перешло в другой разряд. Посмотрим так. Быть может. Вот так уже быть точно не может. Так как 5 плюс 4 это 9. А у нас уже есть 9. Если там будет 1 в уме, то получится 10. Но у нас уже есть и 0. Так также быть не может. Так как при сложении 6 плюс 5 получается 11, а 1 у нас уже есть. Но если там будет 1 в уме, то есть 6 плюс 5 и плюс 1 у нас получается 12, то тогда при сложении 9 плюс 6 получается 15 плюс 1, то есть 16. Тоже такого быть не может. Рассмотрим данный вариант. Он тоже нам не подходит, так как при сложении 7 и 5 останется в уме, а при сложении 9 и 7 будет 16 плюс 1, то есть 17, а 7 у нас уже есть. При U равном 8 будет то же самое. В итоге у нас осталось, что U у нас равно 3 или U равно 4. Проверяем. 3 или 4. 1 прибавить букву Т будет равно букве И, но меньше 10, как Т у нас не равно 9. Прибавленным 2, если И равно 8, то буква З равно 0. Такого также не может быть. При Б равным 2, если И равно 7, то 3 равно 9. Тоже такого быть не может. При B рав 2, если I равно 6, то Z равно 8. Такого не может. Тогда 3 плюс 2 должно быть равно U и должно быть равно 5. При B равном, если I равно 5, то Z получается равно 7. Такое быть может. U равно 5. Этого быть не может. При B равном 2, если I равно 4, то z получится равно 6. Это быть может, но u равно 5. Тогда при b, если i равно 7, то z будет равно 1.
Такого быть также не может. При b, если i равно 7, z равно 0, такого быть не может. При b равном 3, если i равно 6, то z получается равно d. Этого также быть не может. При b равном 3, если i равно 5, то z получается равно 8. Быть может. Тогда 4 прибавить 3 равно u и равно 7. Давай запишем полученные значения. Рассмотрим первый вариант и запишем, какие цифры остались. Осталось 4, 5 и 7. Подставим место t поочередно. Если t равно 4, то y у нас получается равно 5. 1 плюс 4. Такого быть не может. Если t равно 5, получается, что y тогда у нас равно 6. Также такого быть не может. У нас уже есть эти цифры. Если t равно 7, то y получается равно 8. Такого также быть не может. Значит, первый вариант нам однозначно не подходит. Рассмотрим второй вариант. И запишем, какие цифры остались. 7 и 8. Подставляем вместо t 7. Тогда y равно 8. Это быть может. 1 плюс 7 равно 8. Эти цифры у нас не задействованы. Если t равно 8, то y получается равно 9. Этого быть не может. Эти буквы у нас уже заняты. Рассмотрим третий вариант и запишем его. Какие цифры у нас остаются? Только цифра 2 и 6. Подставляем вместо t, где t равно 2. Тогда получается равно 3. Нам не подходит. Если t равно 6, тогда y у нас получается равно 7. Такого также быть не может. Следовательно, мы имеем один вариант, где буква y обозначает 8, буква А означает 1, буква Т 7. Получается 1 плюс 7 равно 8. 5, 4 будет 6, где цифре 2 мы отдаем букву Б, цифру 4 мы отдаем букве И, и буква З равна 6. 3 плюс 2 равно 5, где 3 это Ю, 2 – это B. Вот она потом будет опять так же. И буква U равно 5. Все верно. 9 плюс 3 будет равно 12. 2 пишем, 1 запоминаем. Он переходит в следующий разряд. Получается 10. Значит, буква А – это единица. Видите, вот она в арбузе А первая, а в Люба – последняя. Цифра 0 – это буква R, единственная буква в этом ребусе. Цифра 5 – это буква B, она стоит на третьем месте в слове R. Нет, буква U. И Z – это шестерка, и буква E – восьмерка. Проверим на слове «любит». Буква L – это 9. И в слове «Люба» она стоит на первом месте. Цифра 3 – это буква «Ю». Она стоит и на втором месте в слове «Люба». Цифра 2 – это буква «Б». Она стоит на третьем месте в слове «Люба» и на третьем месте в слове «Арбузы». Цифра 4 у нас занимает букву «И». Она единственная здесь. И цифра 7 – это буква «Т». Она единственная. Проверим на слово «Люба». Буква «Л» – 9, как мы уже говорили. Цифра 3. У нас буква «Ю». Вот она. На втором месте в «Люба». На втором месте в слове «Любит». Цифра 2. Это буква «Б». Проверяем. Третье место в слове «Люба», третье место в слове «любит» и третье место в слове «арбуз». Третье, третье, третье место. И цифра 1, это буква «А», стоит на последнем месте в слове «Люба» и на первом месте в слове «арбузы». Вы видите, получается, она встала на первое место.
Ответ. 9321 плюс 93247 равно 102568. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.